друзья мои, снова вас приветствую. Продолжаю рассказывать о своих покупках в магазине Fix Price, все по одной цене. В этот раз приобрел 3 предмета, решил пройтись по химии, которая есть в этом магазине. Значит, приобрел освежитель воздуха для автомобиля, неоновые палочки, которые загораются после того, как их гнешь, происходит химическая реакция, они начинают светиться, и набор клея. Первое — это освежитель воздуха для автомобиля, называется Top Race, с запахом клубники. То есть предполагается, что вот это приспособление будет крепиться на дефлекторы вентиляции автомобиля, и воздухом будет выдуваться этот запах. Использовать ее по назначению не получится. Во-первых, из-за того, что все это проливается. То есть даже вот я использую немного по-другому. У меня есть приспособление, в которое можно добавлять жидкости. Вот. И при попытке просто вот заправить это приспособление, вот просто достать эту бутылочку, я весь перемазался в этой жидкости, потому что все это не герметично. Вот можете видеть, даже упаковка вся в этой жидкости. Во-первых, сам перемазался. Во-вторых, запах, ну, как бы отдаленно напоминает клубнику. Запах отвратительный, то есть использовать это ни в коем случае нельзя. Но мало того, что вы не получите желаемый эффект по освежению салона вашего автомобиля, помимо всего прочего, можно просто испортить вещи, не знаю, там одежду, испачкайте салон автомобиля. То есть вот просто подержав вот это все в руках, вот у меня руки уже, видите, маслянистые, то есть все это проливается, все это не герметично. То есть вот после того, как все это покажу, я отправлю в мусорное ведро. То есть это выброшенные деньги. То есть, друзья мои, резюме такое, что вот это вот ни в коем случае покупать не рекомендую. То есть это будут выброшенные деньги. Второй предмет, который я приобрел, это неоновые палочки. Значит, написано, что будет прекрасное дополнение на вечеринках, в клубе, в небе, под водой, где угодно. Благодаря пластиковым крепежам, входящим в комплект, можно создавать из палочек кольца, браслеты, гирлянды и прочие интересные светящиеся фигуры. Значит, в наборе 5 разных цветов. Это красный, желтый, зеленый, голубой, оранжевый. Ну, отношение как бы неоднозначное. Мне, в общем-то, эта вещь не нужна. Купил ради интереса, для того, чтобы показать вам. Значит, в комплекте вот 10 штук этих палочек. Я уже какое-то количество испробовал вот до съемки. В общем-то, все это работает, но, на мой взгляд, какие-то более дорогие варианты и будут гореть более стабильно, потому что тут при вот сломе, как бы вот я их ломаю, свечение получается не совсем однородным, то есть есть какие-то пузырьки. Вот. Но с другой стороны, за 38 рублей как бы ожидать что-то такого серьезного тоже не стоит, поэтому тут уже решать вам, нужна ли вам такая игрушка, то есть такое развлечение. Да, это светится. Если зажечь сразу 2 или 3 палочки, то есть в полной темноте, я проэкспериментировал, выключил свет в ванной. В общем-то, свет они дают, какое-то свечение. Ну и от 3 палочек, в общем-то, можно даже ориентироваться в пространстве. Вот, не знаю, будет вам видно или нет. Вот, в общем-то, все это работает, все это горит. Единственное, как бы надо так вот более тщательно поломать, чтобы свечение было вот более-менее однородным. В общем-то, не знаю, ну детям, наверное, интересно будет. Вот, да, в комплекте есть вот такие вот переходнички. Все это можно соединять, делать там кольца, какие-то браслеты, о которых обещают надпись на упаковках. В общем, вот так все это выглядит. Да, еще хотел добавить, что будьте внимательны, то есть особого фанатизма при вот этих изломах как бы надо тщательно ломать, но особый фанатизм тоже не нужен, потому что вот у меня получилось как бы сломать, полностью надорвать один край, вот эта жидкость вытекла, испачкала руки, но в общем-то она легко смывается, не знаю, токсична она или нет, но
я как бы быстро ее смыл, поэтому никаких последствий не было. Но вас предупреждаю, будьте осторожнее. То есть, возможно, нарушение герметичности вот этих палочек, и все это будет выливаться наружу. И третий и последний предмет, который я приобрел, это набор клея. Я считаю, что это выгодное приобретение. В общем-то, за 38 рублей вы получите два вида клея. Первый вид — это универсальный клей по аналогу с клеем Момент, который, думаю, всем известен. То есть тут большой тюбик 30 мл. И 5 тюбиков суперклея, которые продаются в магазинах там в районе 100 рублей. В этих тюбиках аналогичный циакрин, как и в тюбиках по 100 рублей. Вот. Но единственное, вот за 38 рублей вы получаете 5 тюбиков и плюс тюбик клея Момента. Единственное, просто это не имеет логотипов Хенкеля, который продается в магазинах и стоит гораздо дороже. В общем, подводя итог вышесказанному, из трех предметов, значит, один предмет на помойку, один предмет специфический, то есть его можно покупать, можно не покупать, все зависит от необходимости. И третий предмет, я считаю, будет выгодным приобретением, это клей, набор клея. На этом заканчиваю. Подписывайтесь на канал, будут еще обзоры. Также идут посылки из Китая, так что будут новые обзоры посылок из Китая. Поэтому подписывайтесь, будем смотреть. Спасибо за внимание.